Он сказал: «Я люблю тебя на перроне». Щелкнув белыми крыльями за спиной, раздарил свои вечности посторонним, но оставил минуту побыть со мной. Рельсы, семечки, дым, шелуха акцентов, подстаканник, казенная простыня. Пусть минута особая драгоценность, но на вечность минуту не обменять. Он сказал мне: «Любить никогда не поздно, потребление тьма, а духовность свет. В этой нашей минуте открытый космос, просто чувствуй и верь, и люби в ответ, отрекись от мещанского мысли шире. Не от беды от крыльев болит спина, на минуту мы стали с тобой большими, значит, будет, что вечностью вспоминать». Он, конечно, возвышенный, я простая, моя миссия — слушать да потакать. Он сказал: «Я люблю тебя», и растаял. Береги его, Господи, мудака.